Здравствуйте, уважаемые гости и жители нашей столицы. Салам алейкум, приветствуем вас на этом празднике. Почему праздник? Потому что радиостанция «Прибой» стала лучшей радиостанцией Северо-Кавказского округа. И эта информация заслуживает ваших аплодисментов. Сегодня на этом празднике, где проявляется дружба народов, будет вести весь этот вечер скромный парень, как вы знаете, известен своей неизвестностью, Магомед Манафов, ведущий радиостанции «Прибой» и телеканала «Прибой ТВ». Всем здравствуйте, приятного аппетита! Открывает этот грандиозный концерт та, которая открывала не раз великие концерты. Она с большой душой, с большой теплотой готова угостить вас лучшей песней прямо сейчас. Встречайте, Ульзана Максудова! Любовь была еще вчера в наших мечтах, она жила, но только ты, увы, не смог, не уберег ее от зла. Ульзана Максудова, ваши аплодисменты. В этот 22-й летний июньский вечер для вас поет на сцене Хазар Абдул Мурадов «С тобой одной».
Ассаламу алейкум, добрый вечер всем. Всем приятного отдыха, отличного настроения. Поехали! Глаза закрываю я вновь и твой образ рисую себе. Думал я, что любви не бывает такой, но зажгла ты ее во мне. Ты опять играешь и глазами манишь, девушка-загадка, ты сверкаешь ярко. Взглядом ты чаруешь, сердце ты волнуешь, в сказку зовешь за собой, с тобой одной. Огонь с тобой одной, твой повод с головой. И снова, как звезда сияешь ты, душу окрыляешь ты, в сказку зовешь за собой. С тобой одной, и в воду, и в огонь. С тобой одной, твой повод с головой. И снова, как звезда сияешь ты, душу окрыляешь ты, в сказку зовешь за собой. Прошла, не заметил меня, как же сердце твое покорить. Может, с неба мне звезды достать для тебя или песню души подарить. Ты опять играешь и глазами манишь, девушка-загадка, ты сверкаешь ярко. Взглядом ты чаруешь, сердце ты волнуешь, в сказку зовешь за собой, с тобой одной. С тобой одной, твой повод с головой. И снова, как звезда сияешь ты, душу окрыляешь ты, в сказку зовешь за собой. С тобой одной, и в воду, и в огонь. С тобой одной, твой повод с головой. И снова, как звезда сияешь ты, душу окрыляешь ты, в сказку зовешь за собой. Абдул Мура. Спасибо. Браво. Спасибо. Согревайтесь этой праздничной атмосферой. Далее для вас поет на этой сцене Зарина Тилидзе. Название песни «Ангел мой». Добрый вечер. Отдыха вам. Всего хорошего. Спасибо. Аплодисменты Зарине Тилидзе. Передвигаясь далее, друзья, на сцене вы увидите восходящую звезду. Встречайте, на сцене Алина. Всем добрый вечер, приятного отдыха. Веселей! Мое
все было игрой, и прошло как сон. Ты отпусти меня, не быть мне твоей судьбой. В небе загорит новая звезда. Алина, ваши аплодисменты. Уважаемые дамы и господа, я не верю в исполнение Магомеда Цахилаева. Я не верю твоим словам, не проси меня все забыть. Я не верю словам, но верю глазам. Чувства не сможешь скрыть. Я не верю твоим словам, повторяй хоть тысячи раз. Я не верю словам, но верю глазам. Ты не проси меня забыть. Случилось, я понять и не успел. Ты исчезла, как во сне. Рассказать тебе о главном я хотел. Я бегу на край земли тебя искать. Без тебя мне трудно дышать. Ты молчишь, но знаю, так же будешь ждать меня. Я не верю твоим словам, не проси меня все забыть. Я не верю словам, но верю
чувства не сможешь скрыть. Я не верю твоим словам, повторяй хоть тысячи раз. Я не верю словам, но верю глазам. Ты не проси меня тебе. Я свою печаль прогнать пытаюсь прочь. Я бегу на край земли тебя искать. Я хочу тебе рассказать о том, как трудно было без тебя дышать. Не верю твоим словам, не проси меня все забыть. Я не верю словам, но верю глазам. Чувства не сможешь скрыть. Я не верю твоим словам, повторяй хоть тысячи раз. Я не верю словам, но верю глазам. Ты не проси меня забыть. Магомед Цахилаев. Друзья, концерт называется «Звезды Дагестана и Чечни». Звезды с нашей республики вы уже успели понаблюдать на этой сцене. Первый номер от нашей гости республики. Заслуженная артистка Республики Чечня. Марина Айдаева. Для души и от души. Для вас, Дагестан. Марина Айдаева. Заслуженная артистка Чеченской Республики. Марина Айдаева. Ваши аплодисменты, друзья. Следующий исполнитель, который выйдет на эту сцену, ресторан «Хазар», для вас с любовью завоевал сердца аварского народа. И не только, в этом вы убедитесь. Встречайте, Ажай Абакарова. Моей любви любовь пьянила она с твоих, и образ твой во тьме ночной исчез, погас, ушел к другой. Покрыты льдом твои следы, и ты не слышишь, как в груди крик истерзанной души. Не уходи, не уходи. Давай мы с тобою вместе улетим, безумие страсти оживим, исправим все, как захотим, раскрасим ночь обиды прочь. Давай с тобой вспомним наши дни, в огне безрассудства пылали мы. Я знаю, что вернем былые дни, лишь ты вернись ко мне, вернись.
всего глоток, один глоток. Давай мы с тобой вместе улетим, безумие страсти оживим, исправим все, как захотим, раскрасим ночь обиды прочь. Ажай Абакарова. Следующий исполнитель, который выйдет на эту сцену, он является очень простым. Прямо сейчас для вас на сцене Хазар. Рауф, встречайте! Аплодисменты. Спасибо. Следующая песня. Слова написаны Алипат Мусаевой, а исполнитель – заслуженный артист Республики Дагестан. Внимание! Шамиль Ханакаев. Спасибо большое всем, ассаламу алейкум. Приятного вечера, приятного отдыха, дорогие друзья. Помните, цените своих близких. Они этого заслуживают. Спасибо. Совершив порой ошибку слишком поздно, исправлять ее бывает невозможно. Пусть же бережет Всевышний от ошибок, что лишит нас могут радостных улыбок. Часто мы не понимаем, чем счастливы, справедливо получая по заслугам. Но не забывайте о своих любимых, отольется боль обиды в сердце мука. Помните всегда самых-самых близких, их любовь порой бесценна и напрасна. Обижаете, забыв своих любимых, помните о них всегда, ведь это важно. Повторимо, и всегда цените тех, кто вам любимы. Счастье человека – это его ноша, жизнь его им соткана, и в этой жизни это счастье будет на него похоже. Не позвольте счастью просто пройти мимо. Помните всегда самых-самых близких, их любовь порой бесценна и напрасна. Обижаете, забыв своих любимых, помните о них всегда, ведь это важно.
самых-самых близких. Обижаете, забыв своих любимых. Те всегда самых-самых близких. Их любовь порой бесценна и напрасна. Обижаете, забыв своих любимых. Помните о них всегда, ведь это важно. Помните всегда самых-самых близких. Спасибо. Шамиль Ханакаев. Вот-вот скоро танцпол будет заполнен. Будет тесно, но, как говорится, в тесноте, да не в обиде. И это скоро наступит сейчас. Для вас поет яркая, завораживающая Заида Джамбиева. Добрый вечер. Выше руки, хорошего настроения вам. Без него, без него, без него, без него.
Заида Джамбиева. Следующий исполнитель, он является артистом Чечни и Дагестана. Восходящая звезда Кавказа. Встречайте, Эльбика Джамалдинова.